Ребята, всем привет! Посылка с Китая. Я так понял, что с магазина-то не дел. Вы-то уже знаете, а я еще не знаю. Здесь, скорее всего, должно быть крепление, которое я заказывал. Короче, сейчас все покажу. Посылка дошла, кстати, очень быстро, где-то за дней 10. Хотя здесь есть трек-номер, ну я трек-номера и не знал, поэтому, собственно, почему не знаю, что за посылка. Ну, на пакет похоже и по оформлению, по штрихам, по всем, это магазин Tiny Deal. Ох, печальное состояние. Но то, что мне нужно, здесь должно нормально доехать. Вот что мне нужно, смотрите, что я себе заказал. Это штука, которая будет держать мою мизуху, когда я лежу, например, в кровати и смотрю YouTube, потому что рука устает. Почему эту штуку я и заказал? Так, сейчас посмотрим, что тут. Так. Вот так выглядит. Ну, коробка, понятно, что развалилась по пути. Они вот так вот выглядят. Там жесткая проволока и с двух сторон крепление, прищепки. То есть вы к столу прицепили или к кровати. Она длинная, но здесь еще с этим креплением идет крепление в автомобиль должно идти. Вот. То есть почему взял в магазине Tiny Deal? Так. Вот такое вот крепление. Это можно будет... в машину. Сейчас я вам все покажу, все продемонстрирую, все в одном ролике. Так, вот крепление одно. Так, это у нас зажим, это мы будем ставить, скорее всего. Хотя сейчас посмотрим, где больше, где... А, все, вот крепление идет второе. Вот, на самом деле оно тяжеловатое. Здесь около, ну, полкилограмма точно есть. Вот. Что оно из себя представляет, слушайте. Реально прицепить, если телефон, он даже с места не сдвинется. Вот прищепка у нас большая. Прищепка очень жесткая. Ребят, здесь если палец защелкнуть, можно без пальца оставить. Я реально прилаживаю усилия, чтобы ее открыть. Вот. Это сейчас мы уберем. Прищепка с какими-то, увидите, резинками здесь прицепили. Вот. Это понятно. Сейчас с этим разберемся. Давайте с этим разберемся. Эта штука вставляется сюда. Вот так получается. А, вот так вот. И это у нас получается можно использовать в автомобиле. Что это такое? Можно телефон, ну то есть как подставку можно, да, прицепили, вот, вот у вас прищепка. Вы можете сюда прицепить телефон, в принципе... По диагонали, сейчас я вам скажу. Смотрите, 5 дюймов мой влезает вообще. Держится очень круто. Почему взял именно эти присоски? Потому что они очень хорошо держат и не отвалится. Сюда можно влепить, скорее всего, даже, наверное, 7-дюймовый планшет влезет или нет. Вот не знаю. 5 дюймов. 6-дюймовый телефон точно влезет. Вот 7-дюймовый планшет. А, подождите, у меня был. Сейчас я найду и сразу вам покажу. Итак, нашел я 7-дюймовый планшет. Это Ippo с этого же Tiny Deal. Сейчас вместе с вами проверим. Ну, скорее всего, нет. Я так смотрю, по размерам он вообще большой. Не подходит. 7 дюймов, получается, у нас не влезает. Ну, то есть, для телефонов... Для навигаторов. Сейчас пойду навигатор возьму. Итак, продолжаем экспериментировать. Есть у меня еще вот такой вот навигатор китайский, который покупался не в Китае. Нужно было срочно покупать. Который тоже не влезает. То есть 5-дюймовый влезет навигатор, 6-дюймовый влезет телефон. И в принципе, ну и все, что вы там придумаете, прицепите. Здесь скотч какой-то. Вот, все, что прицепите, все будет держать эта прищепка. Здесь резинки в середине, и оно у вас никуда не отлетит. Так, с этим, с автомобильным все понятно. Вы здесь прикрепили, здесь можно поворачивать, можно себе придумать все, что угодно. Так, теперь у нас главное прицепить вот эту штуку.
Сейчас я вам покажу, как это все работает. Теперь я понимаю, что это реальная конструкция, и понимаю, почему она не дешево стоит. Потому что цена, конечно, меня не радовала. Но вот когда я это держу уже в руках, я понимаю, за что цена. Здесь реально качественная вещь, которая у вас не развалится, и телефон у вас не разобьется, и на голову вам не упадет. Так, вот она конструкция. Сейчас мы сделаем вот так вот. Одну прищепку я уже сейчас не прицеплю. Сюда крепим эту штуку. Так, нет, надо кольцо. Хопа. Вот, сюда крепим эту штуку. Закручиваем. Так, это есть у нас. Все, прищепка есть. Открывается, держит. То есть вы уже можете под себя подогнуть. Эту мы крепим, например, я сейчас прикреплю на край стола. Так, сейчас надо... Крепежка серьезная, я вам скажу. Вот я прицепил на край стола. Сейчас я вот так вот это все выгну. Тут нужно просто один раз под себя подстроить. Так, это можно у нас сразу здесь повернуть. На такие штуки можно снимать видеообзоры. Вообще, на телефон, если у вас именно есть телефон... Вот, можно снимать, это подставка для телефона, для всего. Смотрите, раз, вот я поставил, и она будет держаться, она вообще никуда не денется, не прогнется и так далее. Вот, раз и все, и мы пользуемся, собственно, раз и все. Захотели, включили YouTube, и все, вам не нужно это держать в руках. Вот в чем преимущество, почему я заказал себе. Потому что надоело реально. Я с телефона смотрю, планшет у меня лежит не по делу, так сказать. Поэтому все с телефона. YouTube зашли. Хоп, сразу все перевернулось. Ну и можем смотреть. Все, что угодно здесь. Вот, все удобно. Выбрали, что надо, и все. То есть повернули, угол можете поменять. Длина здесь большая, поэтому вообще... Так, это убираем. Аппарат убираем. Что вот такая штука. Заказал, я безумно рад, что она наконец-то у меня появилась. Вот такое вот крепление, которое облегчит жизнь. По характеристикам хотел сказать, сколько здесь по длине, но здесь нигде не написано. Ну, где-то... Полметра, наверное, есть вот эта вся дуга, которую можно. То есть высота полметра. Прищепка, вот это вообще жесткая, ребят. Я вам говорю, просто нереально. Она может прицепиться. Здесь тоже все сделано качественно. Не просто металл у вас к дереву, а все сделаны такие мякушки, которыми все... Если зацепится, то зацепится. Все, ребят, всем спасибо. Если кому нужно, заказывайте, ссылка будет в описании. Я от себя рекомендую. Я очень доволен, давно хотел эту штуку. Наконец-то она у меня появилась и облегчит мне просмотр видео на YouTube. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.